Всем привет! Наконец-то выходные, и прямо сейчас я предложу вам варианты, как их провести так, чтобы и отдохнуть, и зарядиться отличным настроением на всю предстоящую неделю. Проект, который вызвал общественный резонанс в Европе, теперь предлагают увидеть и самарскому зрителю. В художественном музее открылась выставка «Уязвимые» Ольги Мичи. На выставке представлены фотоработы, посвященные культурному своеобразию вымирающих народов мира. Признавайтесь, каждый хоть раз мечтал снимать кино. У гостей музея Эльдара Рязанова такая возможность будет. Посетителям предлагают попробовать себя в качестве режиссера. На мастер-классе научат делать зоотроп. А затем вы сами придумаете свой первый мультфильм. И, кстати, о том, что такое зоотроп и кто его придумал, тоже расскажут в воскресенье. А еще о самых первых шагах в мире анимации. Сегодня вечером идем в театр. На сцене Самарской площади спектакль «Не такой, как все». Красивая, состоятельная молодая женщина ищет некрасивого, немолодого, необеспеченного мужчину с вредными привычками, чтобы сделать его счастливым. Такое объявление дает героиня спектакля, преуспевающая бизнес-леди. Делает она это по совету экстрасенса, чтобы избавиться от депрессии. На объявление приходит бедный библиотекарь, цель которого – прочитать 50 тысяч книг и жениться на самой лучшей женщине. Ситуация развивается непредсказуемо. Любителей комиксов приглашают в это воскресенье посетить Горький центр. Для гостей готовят мастер-класс, на котором предлагается испытать себя в качестве сценариста и поучаствовать в создании новой истории. Предлагают в неформальной обстановке поработать с текстами исторических документов и придать им актуальное звучание и форму. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. Пока-пока.